Оп-оп-оп! Хюва-пяева, корешочки мои драгоценные. Ну что, наконец-то настало это время. Наконец-то я, у меня получилось выбраться в лес. Сейчас такое время, еще комаров нету, мошек нету. Ну, они есть, их там мало, но они еще не активны. В общем, можно вдоволь половить, спокойно, рыбка начинает клевать. В общем, ту-ту-ту. Глядишь, природа нам сегодня даст. Это как его, трофеи какие-нибудь. Хочу половить на удочку, просто спокойно. Мне не надо вот это вот сражение какое-то. Просто спокойно порыбачить. Вот у меня такой с собой сигнал охотника. Сезон охоты закрыт. Наматываем. И сюда кладем. Вот так. Все убираем. Спасибо за заряды Ромки с магазина ratniksafe.ru. Вот, ладно, придем на озеро, уже покажу. Просто такой пень, красивое, классное дерево, и захотелось мне снять. Иду уже какое-то время, специально, можно поближе было подъехать, но я сдалека иду. Хочется по лесу пройтись. Ух, комаров сколько. Сейчас они не дадут, наверное. Отделяем аккуратно. Береза. Береза здоровая, хорошая. О, кусочек. Так, ну это просто кора. Ну вот, смотрите. Посмотрим, что здесь у нас есть. Сразу, вот, друзья, чага. Сразу пойдемте ее немножко обработаем. Такая первичная обработка. Полегче, чтобы мне было носить. Мне же еще рыбу выносить сегодня. Да. Вот это вот тоже вот такое вот рыхлое, тоже снимаем. Потом. Люди просят чагу. Я собираю на сушу, а потом уже. А то я пообещал, а чаги нету. Люди просят. Вот. Вот так первично обработал. Вот такие вот кусочки. Все, берем. Хорошая чага, друзья. Очень классная. А вон оно и озеро, дорогие друзья. Фух. Добрался. Что-то тяжеловато как-то было. Я говорю, давно в лесу не ходил, не бродил. Сейчас идем. Заглубина хорошая. Сейчас посмотрим, определимся, где будем рыбачить. О, непролазное озеро. Ё-моё, куда я забрался? Честное слово. О, вот это круть. Вот это круть. Так, только здесь. О, нифига, щука вон. Вон пошла щука. Ладно, он пойдет туда на мысок. Блин, я вот только пришел к озеру, и вон щука ходит. Сейчас попробуем. Все, у меня уже удочка, то хотел на удочку, то уже на спиннинг. Такие деревья, вот они будут в воду потом падать. Так. Так, это все мы оставляем. Самое главное, расчехляем наши спиннинги удочки. Сейчас попробуем щучку тут вытащить на спиннинг. Так, это наша удочка. Удочка 3,5 метра.
Здесь больше и не надо. Так, сейчас быстренько соберем спиннинг. Зацепим какую-нибудь вертушку. Спиннинг от Салма для джига. Глубину делаем небольшую. Крючочек очень маленький, такая блесенка. Стоит 15 рублей, блин, или 20, короче. Ой, удочка что-то маловато, кажется. Ага, вон водомерок, видите? За водомерками охотятся. Так. Что-то есть у нас. Небольшая плотвица. Друзья, сразу объясняю про рыбу. Я буду брать ее на живца, но она мне надо будет в заморозке, поэтому, ну, никакой, не надо мне ее там сохранять и так далее. Поэтому даже без воды в кан кидаю. Окунечек нам не нужен. Шик, конечно, будет, ну, живца-то я поймаю, без проблем. Шик, конечно, будет, если крупная плотва, если я найду ее. Удочка вроде маловато, с другой стороны, для лодки нормально, и для вот таких вот лесных озер тоже хорошо. Так, что-то окунь пошел, окунь мне не нужен. Так, еще одна.
плотва небольшая, но это живец. На живца буду брать около 30 штук. Ну, если поймаю. Такой вот, да, головой 30 штук. Мне бы плотвы бы, конечно. А вон я вижу, через болото, озеро, но... Вся рыба там почему-то плескается. Друзья, вот такой вот столбик. То ли визиру, то ли что он. Не знаю, не помню, что он значит. Не помню, а скорее не знаю. А вот скажет, вот опять. Лесник, блин, не знает. Ну, попробуем рыбку. Тут. Не. Надо закидывать. Вот так. Кукушка. Самолет летит где-то и кукушка. Сейчас услышите, как она противно орет. Вон, полетела кукушка. Так, друзья, смотрите. Вот это вот у нас распространенная такая. Может, и не только у нас, а везде. Видите, плот. Плот перевернутый. Сюда пришли люди. Принесли молоток, два гвоздя. Туда, наверное, не смогу попасть. Ну-ка. Ну да. Ладно, с другого места сейчас пойдем. Вот, друзья, добрался. Старое костровище. Видите, даже простреленная банка. Так, ладно, здесь оставляем мы рюкзак. Здесь у нас будет костровище с вами. И пойдем дальше. Видите, тут деревья такие, им хрен знает по сколько лет. Мусора немного. Кстати...
Окушок. Самый большой на сегодня. Таких нам не надо. Пускаем. Обед у нас сейчас с вами будет. Так, корень нам не нужен, потому что гореть будет долго. Нам надо быстренько. Сейчас будем работать вот таким ножичком от мастерской Марушина. Очень острый. Это очень
смолистое дерево, поэтому нож мне понравился. Пока что нравится. Я его тестирую. Ножик, друзья, я им почистил где-то больше 100 лещей, больших таких, килограмма по 2, по 3. Он выдержал, все, рукоять, так, не сильно скользкая, когда вот в перчатках я был. Ну, такой вот нож будет у меня рабочий, вот он. Так. Так вот сделаем. Пойдем заводить. У меня как обычно. Так, ложечка. Вот такой котелочек, друзья, у меня. 100 лет в обед ему. Сделан из чайника, уже говорил это. Вода с озера. О! О! Посмотрите, друзья, брошенная бутылка. Ну, мужики, видать, здесь отдыхали. Я ее под пень вот так вот. Чтобы она на солнце не отсвечивала, чтобы не было пожара. Ладно. Что, друзья, запаливаем? Еще раз объясняю, с костром надо очень аккуратно обращаться, такие времена, так сказать, такое время. Потому что сейчас все как... Сейчас быстро закипит. Так, заварим их прям в чай. Хлеб славянский. Come on.
камушек. Не бруснички, а сосенки, ё-моё. Так, ну все. Почистим чесночочек. Залил костер, друзья, незачем ему палить. Так, ну, ждем чаечек. Да, друзья, хочу про нож рассказать. Вот он. От мастерской мастера Марушина. Вот. Сталь Х12МФ. Рукоять граб. 3,5 в обухе. Тут, наверное, даже около, ну, 4 как будто. Нож full tank. Вот. Прям, ну, хорошо сидит в руке. Чистил я им лещей много. Хорошо чистит, острый. Ну, пока что, по крайней мере. Забыл темляк сюда сделать. Вот такой вот ножичек будем тестировать. Буду про него по ходу дела рассказывать. От меня, кто от меня закажет любой нож в мастерской Марушина, пересыл с деком бесплатно будет. Но это вот уж уже хорошо. Кто хочет нож, пожалуйста. Чай таежный. Все, друзья, свой костровой набор я убрал, залил костер, засыпал, затоптал, ничего не будет, 100%. Вот, сейчас, значит, убираю продукты. Хлеб уже был старенький, отдал рыбкам, сало домой заберу. Вот. Все, сейчас идем дальше рыбачить, пробуем. Ходил воду набирать, костер, чтобы залить, много-много рыбин плесканулось. Не знаю, как получится. Посмотрим. Что-то сегодня вообще не... На дерево я здесь примостюсь. Лопушки уже поднимаются. Кто-то тут под бревном. Так.
О! Проказник, окунь все больше и больше к вечеру. Вот она, друзья, вот она рыбалочка, вот она лесная, на лесном озерке, небольшом, без проблем. Ну, единственное, идти сюда только, здесь дорог нету, идти далеко. Я еще нагромозил рюкзак, но ничего страшного, это же заодно и тренировка. Окуня побольше. Нам не нужен окунь, нам нужна плотва, друзья. О! Вот она. Хорошая. Так, сейчас мы тут сделаем. Так, вот она. Глядишь, сейчас наловим. Так. Много окуня в одном месте, друзья. Окунь нам не нужен. Я не то, что поймаю и отпусти. Знаете, у меня
такое. Нет, у меня такого нету. Я отпускаю иногда лишь больших рыб, ну и маленьких. Мне надо плотва на живца. Ух! Ну как на живца? Я ее буду замораживать все равно, поэтому такой вот у меня живец. Есть места, где куда надо ехать уже с рыбой. Так, странно. Куда-то пропали мои плотвицы. Скорее всего было. Ё-моё! Друзья! Вот это плотвище, вот это плотвина. Вот, друзья, именно за этим я и приехал. Не, эту-то я на живца не буду. Во, какая. Так. Пила идут на лучшее, не? Где-то пила работает. Ух ты, было что-то хорошее. Ну-ка еще раз. Окунь нам не нужен. Плотва хорошая, конечно. Ой-о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 й
Потва нашел. Окунь, иди от меня, пожалуйста, вон. Вот она хорошая моя. Вот это плотвина. Вот зачем я и приехал. Вот она хорошая. Что сделаем? Вот она. Вот она, как всегда, тут лежит. Ну давай, с одного места. Окунь нам не нужен.
уже повеселее идет дело. О, плотвица. Плотвища, а. Вот с одного места, друзья. А видите, туда сместилась. Так, это окунь у нас. Кто там? Да ё-моё. Окушки нам не нужны. Окушок, я же тебе говорил. Не нужны вы нам. Так. Опа-на! Да блин, опять эти окуни, а? Окуня эти. Опять эти окуня. Так. О-о! Да ё-моё! Куда ж ты лезешь-то, а? Так, тут что-то плотвы вообще нет. Идем дальше. О, какая-то движуха тут есть. О, маленьких окуней ловишь, потом, ну, часто, потом среднего поймаешь, такой, о, кажется, такой горбач, блин, ё-моё. Так, попал на окуня. Да что ты будешь делать? О, бобровый
Бобер здесь выползал. О, это что такое тут? Ух ты! Конечно, такая плотва-то. Хорошая. Окунь-то зачем? Это хорошая кушара. Друзья, не такой неплохой окушочек. Ну как? Это местные реалии, так сказать. Тихо. Плотвина. О! Аж. Аж чешуя в разные стороны. Стая как раз таки смещается туда-сюда. Окунь, ты мне не нужен. Все, стая прошла. Привет. Пробовала.
Свечка. О-о-о. Блин, ну окунь-то зачем мне? О-о-о. Вот это хорошая кушара. Друзья, не такой неплохой окушочек. Ну как? Это местные реалии, так сказать. О! Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Плотвина, плотвина, плотвина. Аж чешуя в разные стороны. Ух. Наверное, стая. Стая как раз таки смещается туда-сюда. О. Окунь, ты мне не нужен. Все, стая прошла. Опять клюет, клюет, клюет. Я распробовала. Вот она, друзья, красавица наша. Все, на этой плотвице прекрасной мы скажем до свидания. О, так. Окуня нам не нужны. Вот она. Вот она, друзья. Красавица наша. Все. Вот.
Вот она. Вот она, друзья. Красавица наша. Все. Так, ну что, дорогие друзья. Поймал я плотвин. Самые большие сейчас покажу. Самые большие. Самые большие вот такие вот у нас плотвицы. Хорошие. Вот такие вот. В принципе. Размер живцовый как раз. Скоро у меня состоится одно путешествие. И надо будет живец. У него не будет, как всегда, времени его заготавливать. Так, ну ладно. Что я хочу сказать? Хорошо порыбачили. Мне понравилась такая рыбалочка, спокойная, без... Ну, в общем, спокойная. Для меня, конечно, такие рыбалки редкость. У меня всегда там что-то мне происходит. Мне хватит на самоловке. Все, я буду отправляться уже до дома. Жарко идти очень будет по лесу. Попить еще ничего нету в машине. Ну ладно. Вот. Не ставьте лайки, не подписывайтесь. Дай бог вам всем здоровья. Здоровья в ручки, в ножки и туда, трошки. И привет вам всем от канала Друид Феофан. Рыбалка без рыбы, охота без дичи. Все, давайте, друзья.